А лидер ЛДПР сегодня в сопровождении соратников посетил один из столичных спортивных клубов. Иллюстрируя тесное переплетение политики и спорта, Жириновский призвал каждого уметь держать удары и владеть техникой ближнего боя. И чтобы не быть голословным, продемонстрировал собственные навыки. Дмитрий Кайстро видел, как это было. Это только на первый взгляд лето – время политического штиля. На самом деле для ответственной партии высокого и низкого сезона не существует. Тем более, что именно летом можно обрести новых сторонников и заявить о масштабных проектах на осень и зиму. Например, в области спорта, который становится все более массовым и привлекательным. Лидер либеральных демократов Владимир Жириновский сегодня отправился в один из столичных клубов. В зале, не раздумывая ни секунды, прямо к штанге. Привычка брать на себя груз ответственности. Она и в спорте. И некоторые поднимают там 100 раз, а я 5-7 раз и достаточно. Дегтярев, да. Тебе сколько повесить блинов? От блинов мастер спорта по фехтованию и соратник по партии Дегтярев вежливо отказался, но потребовал шпагу. Вот защита 6. Да. То есть мы собираем оружие противника сюда и колемся позиции. Владимир Вольфович и сам, как оказалось, в 12 лет пробовал фехтовать. Бойцовский пыл не угас и в зрелые годы. Опытный политический дуэлянт. Жириновский провел не одну схватку и даже заслужил славу отчаянного бритера, как в политике, так и в жизни. Не сидите там в кафе, ресторан, там объелись, опились, это вообще уже все. Только вред. Жирная пища, недоброкачественная пища. Здесь только здоровье. И тренеры, и врачи здесь. В ЛДПР мечтают сделать спорт в России массовым. В программе разработанной партии бесплатные секции доступны центры и клубы по всей стране. От небольшого поселка до российской столицы. В каждом микрорайоне должен быть спортзал. Бесплатно для детей. Особое внимание для лиц с ограниченными возможностями. У нас в Москве 1 000 000 инвалидов. Они не могут выйти из дома. То же самое касается и детей. Своего младшего соратника Владимир Жириновский приводит в зал бокса. Политически тяжеловес Жириновский учит ближнему бою. Дегтярев учится держать удар. Не бойся, я сильно не буду. Удар, удар, еще удар. И закрываться, закрываться. После спарринга легкая пробежка. В политике и дистанции по протяженнее, и выносливости требуется больше. А значит, тем, кто ей занимается, нужно оставаться в форме. Дмитрий Кайстро, Александр Малышев, Петр Басов, Вести.